Готовий до нас долучитися ще один наш співрозмовник у цій годині. Це Олег Вишняков, почесний консул держави Ізраїль у Західному регіоні. Мої вітання, пане Олеже. Добрий вечір. Почнемо, напевно, з того, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 15 тисяч українських євреїв репатріювалися до Ізраїлю. На яких умовах це відбувалося і процес цей триває? Чи були це хвилі або ж це просто постійний потік? Я думаю, что это постоянный поток. Кроме, значит, репатриировалось, как вот евреи, 10 тысяч человек. Еще очень важно, более 20 тысяч человек попали в Израиль, как это не евреи, это украинцы, но не евреи, это беженцы. И они попали на основании того, что вот в Израиле можно получить тоже такую защиту от войны, с возможностью получать медицинское обслуживание, с возможностью получать различные квоты, талоны на питание и, самое главное, с возможностью работы. И в данном случае это очень важно, и для Израиля это достаточно новая ситуация, но Израиль как бы с этим справляется. Тут еще хотел бы немножко сказать такую вещь, что вот в начале марта месяца для того, чтобы украинскому гражданину попасть в Израиль, нужно получать было электронное разрешение Министерства внутренних дел. Ну, с моей точки зрения, это был достаточно серьезный перегиб по отношению к Украине. Но Израиль – страна демократическая, сейчас Верховный суд Израиля это отменил. И сейчас каждый гражданин Украины может свободно приехать в Израиль. Пане Олеже, ви знаєте, у нас часто дуже проводять тепер паралелі між Ізраїлем і Україною в тому контексті, що треба, ну, в контексті життя поряд із ворожим сусідом. І у Ізраїля сусіди достатньо ворожі, ну і у нас два сусіди ворожі до нас. От в контексті цих паралелі, в чому схожість, а в чому разюча відмінність? Израиль начал воевать со своими соседями 74 года назад, через 5 часов после того, как организовалось государство Израиль. У соседей было единственное расхождение, то есть они просто не хотели, чтобы государство Израиль существовало. А Израиль с этим был немножко не согласен, и так длится 74 года. Дело в том, что вражеские соседи находились вокруг Израиля. В Украине есть небольшое различие, это то, что все-таки сзади нас находится дружественный Европейский Союз, который Украине помогает. И у Украины, конечно, по сравнению с Израилем нет такого опыта. Украина воюет сейчас со своей независимостью 8 лет, Израиль 74. Но похожесть заключается в том, что ни Израиль, ни Украина своей независимостью не поступятся и как бы никакую часть или пять своей земли не отдадут. Ну, у Израиля, конечно, большой опыт, и Украине стоит этому поучиться. До речі, да, про досвід. Вже зараз ми почнемо говорити, що нам треба звикати, нам треба готуватися до того, що це надовго, а отже змінювати власну свідомість. Скільки знадобилося часу народу Ізраїлю для того, щоб вмонтувати оцю постійну небезпеку у власне світосприйняття? Як я вже сказав, Ізраїль воює за свою незалежність 74 роки. І це вже в крові у народу настільки, що каждый человек понимает свою роль, понимает, что ему нужно делать в случае, назовем так, например, там военные тревоги, когда нужно выйти из машины, лечь в какое-то углубление в земле и прикрыть голову руками. Но это уже воспринимается как жизнь, и ну, с этим никуда не деться. Еще очень важно, что сейчас ну, в Израиле, ну, честно скажу, на это никто внимания не обращает. Экономика Израиля развивается сумасшедшими темпами. Идут очень большие инвестиции, и как бы все в порядке. Поэтому, знаете как, Израиль к этому привык, люди к этому привыкли, и я не хочу, чтобы украинцы к этому привыкали. Я надеюсь, что это все-таки, скажем так, закончится быстрее. Но в Израиле это уже не просто оно вмонтировалось в жизнь, это сама жизнь. И это, в принципе, как бы абсолютно не мешает.
Нам треба, ну, ми, звісно, віримо в перемогу і віримо в те, що вона станеться якнайшвидше, але готуватися треба до різних сценаріїв. Чи потрібно, чи корисно було б нам вже, ну, так би мовити, з самого садочка говорити про безпеку? А чи потрібно було б готуватися, наприклад, до того, що військовозобов'язаними можуть стати всі громадяни країни, як в Ізраїлі? В Израиле есть масса обучающих программ, даже есть детские сказки на эту тему. Израиль маленькая страна, поэтому в Израиле каждый человек понимает, что ну, в худшем случае ему нужно будет идти защищать свою страну. Знаете как, вот я люблю это говорить, что у каждого израильтянина есть ответственность за свою страну, а у страны есть ответственность за каждого своего гражданина. И вот это вот единение гражданина и страны, это очень важно, потому что в Израиле в армию это очень почетно. И армия потом дает возможность человеку очень сильно развиваться, получать специальности, двигаться в обществе. Поэтому это тоже вот как бы развивается с детства, и желание защищать свою страну очень важно. Оно и у парней, и девушек, у мужчин и у женщин. Пане Олеже, знову ж таки, з огляду на досвід Ізраїлю, як відбувається висвітлення війни і от прогнозування, аналітика навколо нього саме від імені держави? Тут дуже важливо, що від імені держави виступають не політики, а виступають експерти. Именно эксперты в тех или иных областях. Потому что, ну, наверное, если вы, когда вы сдаете свою машину в ремонт, важно, чтобы это делал опытный механик, а не теоретик. Поэтому все, что говорится от имени государства, говорится серьезными специалистами. И это вызывает очень большое доверие у общества. И этому тоже нужно поучиться, чтобы это, ну, скажем так, это все рассказывали не дилетанты, а эксперты и специалисты. І щоб це пользувалось довір'ям. У нас, знаєте, в Україні тут є такий вже сталий вираз – диванні експерти. У нас експертів стільки, що дуже важко розібратися, а який же з них компетентний. Бо, як то кажуть, хто харизматичніше говорить, той і експерт. Тому ще нам і над цим треба буде працювати в наших реаліях. Хочу вас далі розпитати вже про події поточні. Цей тиждень відбувся під знаком візиту американського президента Джо Байдена до країн близько Сходу, зокрема в Ізраїлі він так само був. Що можете розповісти про підсумки цього візиту? Ну, це був дуже важливий візит для Ізраїля. З Ізраїлем була зустріч у нового прем'єр-міністра, який ну, став по ротації Лапід. Значить, ну, обсуждались, звісно, внутрішні відносини між Америкою, Сполученими Штатами Америки, Ізраїлем, в частності, безвізовий режим. Но что касается Украины, обсуждался вопрос, естественно, увеличения помощи Израиля Украине. И я, ну, скажем так, точной информации об этом нет, потому что это как бы достаточно засекречено, но эти вопросы обсуждались. Естественно, Израиль находится тоже не в простой ситуации, потому что у него тоже есть агрессивный сосед. Я имею в виду, что в Сирии находятся тоже российские войска, и Израиль должен вести себя достаточно аккуратно. Я надеюсь, что у Байдена удалось в какой-то степени подтолкнуть Израиль к увеличению помощи Украине. Дело в том, что я еще хотел сказать, что касается народа Израиля, он очень стоит на стороне Украины, происходит много митингов. И практически каждый израильтянин очень сильно поддерживает Украину. А правительство Израиля, конечно, себя ведет достаточно осторожно. Но это тоже процесс, и процесс, который движется к сближению к Украине. И однозначно Израиль признает позицию Украины на свою независимость. Вот Израиль однозначно признает, что это сейчас идет захватническая война. Вот, но это тоже процесс. Ми дякуємо кожному громадянину Ізраїлі, який підтримує Україну, але так само знаємо, що там достатньо багато росіян, які виїхали, ну, зі своєю ментальністю, приїхавши в Ізраїль. Наскільки вони впливають на процеси, наскільки гучно себе поводять в суспільстві?
Россия тратит огромные деньги на продвижение своих интересов в мире, и в частности в Израиле тоже. В Израиле работают средства массовой информации и телевизионные каналы, и Россия вкладывает в это огромные деньги. Но, знаете как, где правда, да? То есть вот правда за Украиной, и потихоньку, да, даже, я думаю, что те люди, которые были изначально настроены, были на стороне России, потихоньку под давлением вот всего окружающего, они понимают, где справедливость, где захватническая война, что войну нужно называть войной. Вот, и постепенно мировоззрение